Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре блесна колеблющаяся двойная от фирмы Герман. Называется она Twin 5231. Данная колебалочка поставляется на картонной подложке. Картонная подложка довольно-таки такая плотная, качественная и, в принципе, неплохо защищает вашу блесну от повреждений. К ней она крепится при помощи скобы сверху, а снизу двумя жалами тройника заходит в подложку, а одно закрывается силиконовым кембриком, чтобы вас не поцарапать и не зацепить раньше времени. На подложечке у нас есть информация о производителе, есть логотип фирмы. Нарисован вот такой вот бершик, нечастый гость при ловле на блесна, но почему-то решили изобразить именно эту рыбу. Оснащен он, наша блесна, крючком мустад. Крючок идет на длинной ножке и имеет довольно-таки широкий поддев. Крючок хороший во размеры, отлично подойдет для засекания хищника. С обратной стороны нам говорят, что блесна у нас оригинальной формы, имеет акустический эффект и тому подобное. Срок годности 5 лет, чтобы это не значило. Но, наверное, на покраску. Есть схема, как крепить нашу блесну. И информация по нашей блесенке. Это вес 20 грамм и цвет 51. А на сайте вы можете выбрать из трех развесовок. Есть блесна 11-граммовые, 15. И я взял себе самую тяжелую для более дальнего заброса. По внешнему виду напоминает данная блесенка небольшую рыбку, имеет такую продолговатую форму, и такие продолговатые формы держат неплохо течение и работают на речках как с быстрым, так и с умеренным течением. Такая S-образная форма создает активную блесну, активную игру нашей блесенки. Также здесь есть штамповка, которая напоминает жаберные крышки, глазик и боковую линию рыбки. Ну, естественно, основная фишка данной блесны, что она шумовая, двойная, и благодаря тому, что здесь с двух сторон есть небольшие выпуклости, она касается, два лепестка касаются друг друга и создают под водой привлекательный для рыбы шум. У меня вот такая вот интересная расцветочка, золото, и есть оранжевая такая флюоресцентная раскрасочка для дополнительного привлечения хищника, такая раздражающая. А нижняя блесенка идет обыкновенного такого серебряного цвета. На блесне есть штамповка с логотипом фирмы и развесовка. Это очень классно, что есть нанесен вес на данной блесне. На сайте вы, кстати, можете выбрать из довольно-таки большого количества расцветок, их более 10. Есть как стандартные, просто там серебряные с медью всякие сочетания. Есть и вот такие интересные расцветочки яркие, кислотные, зеленые, оранжевые. Ну, то есть выбор довольно-таки большой. Такая расцветка больше, как, наверное, по мне подойдет для ловли лососевых видов рыб. Для тех, кто увлекается ловлей кунжи, форели, семги. Но я взял такую более раздражительную, так как блесен у меня довольно-таки много и всяких серебряных простых расцветок хватает, и поэтому взял вот такую интересную, мне уж очень она приглянулась. Я думаю, будет классно работать, тем более я хочу попробовать на нее еще и половить на джиговой проводке, попробовать судачка, а судак очень даже уважает такие вот оранжевые цвета. Интересная блесна, сверхбюджетная, очень качественная, поэтому советую обратить вам свое внимание. Герман Твин 5231. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.